Всем здорово, сегодня я Кикер Геймплей, сегодня я со своим братом Данилом, вот он тут справа сидит, ой, слева, точнее, ну для вас будет справа. А мы сегодня, я ему дал свой аккаунт, который мы играем на сервере, хотя, ну это просто геймплей рубрика. Да, я снимаю смерти, кстати, если это видно, не знаю. И это сообщение новой рубрики, которая у нас будет. Это будет, называется рубрика «Из грязи князи». То есть мы там вот с этого нашего спорта аккаунта будем подниматься. Название. Будем подниматься на звание и... Да, я школьник. Да-да. И сегодня я... Он, короче, да, там чуть-чуть туплю. Нет, там будет, короче, типа, система звания, как это, будем обо всем рассказывать. И разумеется, это рубрика выйдет через 2 дня, около того. И что сказать? Все, поехали. Играем просто геймплей. Я даже не знаю, там даже звание надо активировать сначала. А, кстати, вот это мой Раш. Он немножко топит. Нет, ну, это типа такой просто геймплей, где мы чисто, типа, не слушаем своих ребятов. Да, да, нет. Да, я. Какой тупой. Ну, кто где-то в чёмочке? На Б. Хотя, смотри. Просто стой на месте, смотрите. Где чё, пожалуйста? А, он успел заплантить? Весельчак, вин-вин. Где там этого весельчака? По-моему, мы с тобой ему на Москву крайне встречали весельчака. Виндер Нейбл Бур. Титеры на ходу придумал. Да сейви, дебил! Сейви! Команда. У мамы у твоей имя хуй. Смотри, я, короче, смотри, включаю ухо, я никого не попадаю, потому что я как-то шокнул, у меня такие жопы. И кого-то убиваю на последний... Кого-то съел змея. Ставьте этому видео лайк и подписывайтесь на канал. Это Данил пьет. Застыл АВП даже мне, брат своему АВП не застыл. А, Дань, вот так себе галактика. Так себе. Бля, брат, почему? Ну я вроде бы... СТОКАА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  И зачем? ОВП! Дай мне ОВП, пожалуйста. Я тебе дам эту эмоцию. Сзади. Сзади я, ты тупой. Смотри. Называется «Сливаемся по-русски». Мид чист. Бац, и сразу, и всё, прикинь, пчёлы, всё. Да, ставьте дизлайк за то, что я школьник, красавчик.
Нет, ставить лайки. Ну что ты, Даня, ты просто... Даня не может запрыгнуть на очку. Вау! Да просто Даня играет на компе 88-го года. Ты можешь за камеру перейти? Всё. Та-дам! Даня попадёт на YouTube. Всем пока, ставьте лайки и дизлайки. Ну, короче, забыла сказать, эта серия, короче, была на минималках, и будет, и, короче, остальное время будем играть на минималках, потому что это реально интересно. Нифига не интересно, ну просто ладно. Все, всем пока. Да, я тоже говорю пока. Мы, кстати, в отеле в Швеции. Потом будем снимать. 8-го мы улетаем, 8-го улетаем. Улетаем. А, прости, я улетаю. Пока-пока.